Добрый день! Сегодня мы напишем вот такие персики в металлической миске. Будем учиться рисовать персики и металл. Давайте начнем. Тут совсем немного отступаем. Это дно. Представляем, что есть линии здесь. Вот такие. И толщину края. Теперь персики можно взять кадмий красный, либо краплак розовый. Персик занимает большую часть, чем миска сзади. Допустим, вот так. А этот чуть пониже. Упирается сюда, тут его. Вот эта серединка. От середины отступить. Персики не круглые, своей какой-то формы. Так. Ну и серединка где-то вот отсюда. Сюда. Так, а еще вот этого зелененького, позеленее с желтым. Вот сюда и сюда. И беленького с какой-нибудь серостью, голубостью такой. Вот сюда. А сюда просто беленького, серенького какого-нибудь с крестцой. И вот здесь холодцу добавить. Холодца — это что-нибудь синее, сиреневое. Также эту холодцу можно добавить вот здесь. Я бы больше в бирюзовый цвет. Вот здесь. Так. Вот так линию. Теперь кисточкой какой-нибудь пустой и пушистой. У меня вот такая есть. Делаю вот такие линии. Вытираю. Чистой кисточкой краплак розовый покрыть полностью персики. Возвращаем форму, если она где-то потерялась.
сухим, мы втирали постоянно краску. Так что, когда мы ее снимем сейчас аккуратненько в тряпочку, у нас все останется. Вот тут светик. Из-под теневой. Плечочек. Я все.